Всех приветствую на моем канале, с вами я Лайн, и сегодня мы играем в BeamNG Drive, и это рубрика «Лобовушки». С этой стороны у нас стоит такая зелененькая машинка, вот у нее вид салона, салон вообще, графон, короче, хороший, это блин, что тут такое, аккумулятор, бензобак, все вообще идеально. Так, ну машинка вот такая вот сама. А с этой стороны краш-мобиль, как всегда. И вот, поехали. Ой-ой-ой, я даже замедлить не успел. Это все, блин, так быстро произошло. Смотрите, размер краш-мобиля, блин, почти... Ну, точно больше, чем размер этой вот фигни. Извиняюсь. Так. Ну. Вот что стало с первым автомобилем. Это он еще на ручнике. Сразу пошел дым. Ну, все понятно. Вот наш следующий автомобиль. Я его спавню. Он почему-то спавнится с вот такими вот колесиками и... Блин, из-за него жестко все лагает. Ну ладно. Давайте заранее чуть-чуть замедлим все это дело. А то эта фигня, блин, слишком быстро набирает скорость. Я даже среагировать не успеваю, как она уже летит туда на всех парах. Ой-ой-ой, сейчас войдет. Она, блин, почти в два раза больше краш-мобиль. Этого автомобиля. Так, смотрите. Так, я, блин. Вот. Ну, краш-мобиль, все понятно. А вот с этим автомобилем, что у нас тут? Стоп. Вот он докувыркался уже. Ну, понятно, тут мясо. Задние колеса. Смотрите, как смотрит заднее колесо на нас. Ну, почти все ровно там. Nissan GT-R. Следующий наш автомобиль. Так. Чуть-чуть замедлил заранее. Так, давай. Едь, машинка. Так, 100 замедления уже. Она вонзилась в этот автомобиль. Ничего себе. Смотрите на крышу. Это какой-то, блин, пикап как будто стал. Ну, не знаю. Это мы восстанавливаем. А вот с этим что у нас? А вот что с этим. Он у нас вот такой. Так, в салоне что тут у нас? В салоне пипец. Ну, мясо. Мясо. Вот, друзья, наш следующий автомобиль. Ну, прикольная такая машинка. Салон, ну, довольно качественный. Ну, прикольная машина. Давайте, поехали. Ой-ой-ой, замедлите. Блин. Давайте остановим и поехали. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как она вошла в нее. Вообще жестко, конечно. Очень жестко вошла. А вот она уже быстро докувыркалась тут. Опа, аккуратно. Без комментариев. Так, с ней все нормально.
А тут что, ну, тут тоже, блин, мясо в салоне. Друзья, мы будем бить вот эту вот махину. Она сжирает FPS просто жестко. Так. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Так, аккуратно. Ой-ой-ой-ой. Как ее смяло-то. Но с места, можно сказать, даже не двинулась. Ну, она на ручнике была, во-первых. Ну, салон, короче, новый, как новый. Ему бы этот, вот это все поменять. Ну, не, это мотор еще. Что тут под капотом? Капот бы ему поменять. Не, с мотором вроде все норм. А, нет, не норм. Блин, стой. Не норм все с мотором. Смотрите, как согнуло мотор. Вроде радиатор вот это. Ну, тут непонятно. Ладно. А вот наш еще один автомобиль, который мы будем бить. Так, замедление. Врубили. Так, чуть вот сюда поворачиваем. Так, аккуратно. Так, ставим восьмерочку. Так, ровно посередине. Ой-ой-ой, ну, блин, я этой машине ручник забыл врубить. Ладно, так, врубим. Так, на какой машине вот? Ну, тут, в принципе, неплохо. Неплохо. Блин, реально неплохо. Субару. Это Субару, короче. Ну, сегодня, наверное, лучше этого стоял только вон тот, блин, цементовоз. Но он огромный. Поэтому он стоял так. А, это махина. Машина, то есть, ну, выдержала нормально. Во всяком случае, тут, блин, сломала бы только ноги, я думаю. Ну, даже не сломала, повредила бы. И мелкие ушибы такие были бы. Ну, это максимум. Ну, может быть, там кто-нибудь головой ударился бы. Это в игре, я говорю. А в жизни, возможно, даже смерть была бы. И под конец мы будем разбивать вот эту вот машину. Как она летит-то? Так, вроде Т, да? Нет. О, да, вот Т. Чтобы она поднялась чуть-чуть. Так, чуть-чуть пускаем ее. Не, она наоборот поднимается. Блин, я походу машину сломал. Так, чуть-чуть. Как ее поднимать-то? Ладно, вот так вот ее оставим. Аккуратно. Поехали. Так. Это какая-то летающая машина. Так. Вот, ровно в середину бьем. И она улетит. Ничего себе. Это последняя, кстати, машина, которую мы сегодня лобовушим. Ну, бьем. Ничего себе, она повреждена, блин. Ой-ой-ой. Так, эту махину мы респавним. А у нее тут что? Ну, блин, что она летит до сих пор? Ее еще ведет. Да стой ты. Стой, кому говорю, блин. Стоять. Стоять. Стоп. Так.
Ну, хочет. Ну, у нее тут лава какая-то, блин, из-под капота светит. Ладно, друзья, я думаю, стоит закончить на этом серию. С вами был я, Лайон. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.